точка расплывала в левом радиусе. Съем. Здорово, молодцы. С днем рождения. С днем рождения. Подарок тебе такой сделали, серьезно. Да. Спасибо, Николай Ильич, за решение. Какие впечатления? Выполнил. Как машина. Вот такая машина. Да. Замечательно. Прекрасно. Легкая. Да. Маневренная. Мы шли на высоте 120 метров. Угу. Выше не стали подниматься. Облачность 120. Ну, да. Вот. И машина без проблем. Управляется. И скорость небольшая. Все, скорость там 200 километров в час. Закрылки 20. Угу. Все включено, все работает. Сдрежило. Разгон. Действительно, самолет делался. Модернизация и воспроизводство этого самолета по поручению президента еще от 16 года. Ну а сегодня, видите, нам авиастроители второй день подряд дарят праздник. Вчера было замечательное событие, и сегодня это очень важное событие для наших авиастроителей, пожалуй, и для всех перевозчиков, потому что на крыло сегодня встал один из самых востребованных типов самолетов, региональный самолет, дальностью до 1500 километров, будет перевозить 60 пассажиров на, скажем так, малоподготовленные, даже грунтовые взлетно-посадочные полосы. Мы ведем работу с 16 года. Я считаю, за достаточно короткий промежуток времени подготовлено производство в Луховицах Московской области. В общей сложности на сегодняшний день направлено 25 миллиардов рублей на финансирование по НИОКРу и подготовке производства, включая в том числе двигатель ТВ-7-117 версии, которая используется для Ил-114. Потому что этот двигатель, он многофункциональный. Мы изначально исходили из того, чтобы использовать его на разных типах самолета, в том числе вот на Ил-114, на Ил-112 и на вертолете Ми-38. То есть это дает, во-первых, эффективную серию и таким образом обеспечивает качество, значит, этого двигателя. Но что касается самолета Ил-114, то рассчитываем получить сертификат летной годности до конца 2022 года и передать первые три машины ГТЛК, как мы с коллегами изначально договаривались и подписали соответствующий контракт. И главным первым эксплуатантом будут арктические авиалинии, полярные авиалинии, у которых есть опыт эксплуатации Ан-24, Ан-26, рассчитываем на соответствующую замену. Конец года стал таким очень знаковым для авиационной промышленности, очень важным, потому что и вчера событие было очень хорошее, и сегодня мы подряд запустили два новых современных самолета с нашими двигателями. Это немаловажно. И, конечно, все эти самолеты, они нужны будут нашей авиации, нашим авиакомпаниям для того, чтобы обеспечить перевозки наших граждан по территории России. Территория у нас огромная, поэтому самолетов нужно будет очень много. Самолет создается годами, десятилетиями, делается задел. И после этого только с годами потом появляются новые современные материалы, новые двигатели, новые агрегаты, новая авионика. И здесь то же самое. Вот за эти годы, с момента его задумки, с момента его, так сказать, начала разработки, прошло немало времени, и вот сегодня вот этот красавец самолет появился.
Мы же тоже сейчас занимаемся разработками, мы не стоим на месте, занимаемся разработками новых перспективных самолетов, которые, может быть, будут построены, ну, через десятилетия, но база должна быть, научная база должна быть, и наши конструктора, наши инженеры, рабочие, они работают над тем, чтобы наша авиация была, ну, не хуже, а я бы сказал, даже лучше, чем зарубежная. Что можете сказать? Великолепная машина. Вот погода сложная, и она показала себя очень надежно, просто, вот, маневренная, очень энерговооруженная, современная. Поэтому, собственно, полет и состоялся. Ну, во-первых, хотел поблагодарить весь коллектив Николая Дмитриевича. Он свой день рождения сделал, мне кажется, для летчика-испытателя, вообще для большого человека. Самый лучший подарок, который можно было сделать. Благодарность всей Илюшинской фирме. Практически все работали на этот результат. Крайне важное событие. Только внешний самолет похож на тот, который в свое время летал. Ил-114, и просто, и сотый. Внутри это полностью новый самолет, новые двигатели, новые винты, новая система авионики и так далее. То есть практически полностью новый. Этот самолет ждут в тех регионах, где и на Дальнем Востоке, и в Сибири. Ан-24, парк Ан-24 уже, к сожалению, подходит к своему завершению. Поэтому эту машину очень ждут. Наша задача сейчас в кратчайшие сроки завершить проведение испытаний и уже в 2022 году начать серийные поставки этих самолетов.